нравится, знаете, что никакие Турции и Египты просто рядом не сидели здесь. Я для себя впервые открыл отдых в октябре. И впервые открыл отдых в Ялте, в гостинице. Это просто, не знаю, нет слов. Нет слов. Это, здесь все очень классно. Мы перед этим в Пальмире отдыхали. Ну, неделю. Правда, не отдыхали, работали. Вот. Но друг посоветовал, сказал, что Пальмира, но лучше поехать в Ялту. Ялта интересуешься.